Приветус, амигос. После детского шутанчика Overwatch захотелось писануть что-нибудь такое, шутер, знаете, реалистичный такой, мужской, брутальный. Вот и я вспомнил, что уже давно просят Survarium. Вообще-то давно, уже год назад я писал первый взгляд на Survarium, и он мне не понравился. Прошел год, Survarium не изменился. Как и не изменился, в общем-то, мое мнение об этой игре, я вообще не понимаю... Да ладно, в общем. Хотелось бы начать издалека и в этот раз рассказать. О, поиск завершен. Кстати, приходится. Знаете, что общего между Survarium и вот тем шутером, который я писал 3 дня назад, как он там, Paranoia 2. Они оба виснут на загрузках, сука. Давай, давай, давай. Я даже не знаю, вот то, что я говорил, записалось, наверное, нет. Ладно, начнем. Сука, сначала приходится записывать в 30 FPS эту игру, хотя она выдает 60, но когда я включаю OBS, а это программа, которая используется не только для записи, но и для стримов, то есть еще и стримить эту игру невозможно, OBS пишет мне, что высокая нагрузка на центральный процессор, что понизьте качество, пишет мне OBS. Дело в том, что программа для мониторинга ресурсов показывает, что при этом процессор нагружен на 23%, дай бог, если на 25%. И при этом... пишет, что высокая нагрузка. Ну, сдается мне, что дело в том, что опять-таки эта игра нагружает только одно ядро из всего процессора, как и World of Tanks незабвенный. Только еще и хреново его как-то нагружает, что не хватает мне на запись. Не понимаю, почему запись тогда не использует другие три ядра. В общем, что-то невероятное происходит. Я не знаю, как люди стримят эту игру. Да и стримит ли ее, в общем-то, кто-нибудь. Значит, что такое Survarium? Ну, уже давно все знают, что это от тех чуваков, которые работали над Сталкером 2. Я, как и многие, да что ж там многие, как и все... Господи, обратите внимание, как удобно стрелять. В момент выстрелов автомат, не обладающий ни пламя-гасителем, ничего, просто загораживает нахрен мне всю цель, и я стреляю практически вслепую. Очень в этой графике трудно вообще заметить врага. Все серое, серо-зеленая такая гамма, а когда тут солнечная погода стоит, все светло-коричневое. То есть абсолютно все сливается в одно. Очень все серое, невзрачное, некрасивое. По-моему, я ему хедшота 3 выдал, да, он сдох. Мне тут предъявили, что я херово играю в шутеры, но вы попробуйте поиграть в шутеры и пиздеть без остановки. Я посмотрю, как это у вас получится, господа умники, блядь. Ну, эта крыса какая-то сзади подобралась. Как и все, в общем-то, играл в Сталкач. Да, я не то, что был безумным фанатом этой серии, но мне нравилась безумная атмосфера этой игры. Все такое родное, близкое там. Опа, Зелок 130 ржавый стоит, КППшка. Все там как-то, все наше, все родное было. Не чужбина эта гребаная американская вечная, а наконец-то что-то вот... Что-то, ну, почти... Ну, что когда-то было наше общее, а потом это все отошло немножко другому государству, но все равно все до боли и до усрачки похоже. Я не только играл во все части Сталкера, да, ну, правда, вторую я не прошел, по-моему, этот... Как его? Чистое небо. Мне не очень понравилось. Вот Зов Припяти хороша, а Чистое небо, ну... Я просто увидел финал игры, то же самое, что было в первой части, и немножко ее не осилил, и не понял. Я читал книги про, ну, из серии «Сталкер», естественно, книг где-то 10 у меня дома сейчас лежит. Вообще не помню ни одной из них, про что они были, потому что книги ни о чем, честно говоря. Их читать интересно, но какую-то информацию из них получать просто невозможно. Мне интересно, а другие, как бы, места столкновений с врагом здесь есть? Или постоянно мы, блядь, за эту комнату воюем? Я вот чуть нихера... Мне даже не показывают, кто меня убил в этот раз. Правильно, кому какая в жопу разница, да? Вот, в один прекрасный день в сети грянула новость о том, что Stalker 2 не будет, не выйдет. Последней частью была Зов Припяти. Честно говоря, от части к части Stalker мало чем менялся, но в принципе это всех по большому счету устраивало. Dark Souls тоже от части к части почти не меняется, и всем все равно, играют с удовольствием. То же самое было и со Сталкачом, но вот Stalker 2... Я не буду затрагивать сейчас, кто там кого из разработчиков нахуй послал и почему прекратилась разработка второй части... крайне перспективного проекта и почему его не делают по сей день. В общем, появился новый разработчик, по-моему, я не помню, как они там называются, короче, выходцы из Восток Геймс или что-то такое. Но о том, что не выйдет Stalker 2, это плохая новость. Хорошая новость была в том, что разрабатывают ММО. Блять, почему в игре нет фонарика? Темно как в жопе.
разрабатывают ММОшку на базе Сталкача под названием Сервариум. Ну, когда все услышали про МОРПГ, ждали, ну, и тем более во вселенной Сталкер, ждали чего? Ждали того, что все будут ходить по огромному открытому миру, искать артефакты, там какие-то торговать друг с другом, разговаривать. Короче, ждали что-то типа Линейджа, только с автоматами и в родных вот этих чернобыльских декорациях. Получили в итоге, что мы получили? Мы получили пехотный World of Tanks. Я так назвал эту игру, потому что, ну, есть ангар, кнопка в бой. А тут уже типичная дальше сессионочка. Встретились, повоевали, ушли опять каждый в свой ангар. Прокачали там скиллы и перки, купили новые стволы и снова в бой. И так раз за разом. Вот что из себя представляет Сервариум. То, что игра от разработчиков Сталкача, видно потому, как ходят деревянные персонажи. Ну, вот типичный случай, когда человека просто не видно, он там сидит, блядь, и ждет. Причем они вдвоем сидят и ждут. Правильно? Нахуя в атаку идти, пацаны? Давайте сидеть дрочить. К нам сами придут, блядь, мы их убьем и будем дальше сидеть 2 часа. Как охуенно, блядь, интересно. Чертополохи, сука. Вот, а физика движений персонажей, как своих, так и союзных и вражеских, похожа на физику из Сталкера, в общем-то. Вот, как будто в Сталкаче играешь. Ну, такое чувство, что к игре просто прикрутили по приколу PvP-режим. Да, фонарика у меня реально нету, потому что, ну, не только я без фонарика бегаю, вообще все бегают без фонарика. Вот аномалия. Обратите внимание, как близко к аномалии подошел этот чел, просто нагнулся над ней. И его не то, что не затянуло и не убило, он даже забрал какой-то артефакт. А этот петух все там и сидит, смотрите. Вот же, сука, дырявый, а. Как же, блядь, интересно ему играть, наверное, в эту игру. Ёбаный ты, блядь. Я вообще не вижу, кто там пробежал, чё пробежал. Блядь, хоть кто-нибудь в этой игре вообще чё-нибудь видит? Это пиздец полный, блядь. Темнота, нахуй, всё чёрное, серое. Я думаю, что здесь читеров просто, блядь, сраная куча, нахуй. С какими-нибудь, блядь, волхаками, нахуй. Отключенными текстурами, чтобы видно было, да, как в War Thunder. Бля, я... А уж когда стрелять начинаешь, это вообще пиздец. Вообще не видно, чего там... Что там по ту сторону, блядь, ствола происходит. Попадаешь ты, блядь, не попадаешь. Не, ну видно, что прицел твой краснеет, когда ты попадаешь. Это единственное, что дает тебе понять, что ты стреляешь, в принципе, в правильную сторону. Господи, это вообще... Это пиздец. Эта игра, она просто не предназначена для того, чтобы быть PvP. Ботов отстреливать тупых в таких условиях можно было бы. Но воевать друг с другом в условиях, когда нихера не видно, это, извините, просто жесть. На нахуй. Ну да, я, блядь, почему-то вышел на светлое пятно в этом темном мире. Меня было видно достаточно хорошо. Вообще у меня есть вот это оружие, да? Винтовка, но я ее, блядь, не могу взять. А, вот, я по ней надо было мышью кликнуть во время загрузки, и тогда ты появляешься... Ну, заметьте, что это за оружие, да? Это шпагин ППШ, то есть в простонародье. Да, пистолет, пулемет шпагина. Этот, сука, только с не барабанной этой обоймой, а обычная такая вытянутая. Ну, это, видимо, одна из первых модификаций этого выдающегося оружия времен Второй мировой. Ну, я винтовка, видимо, судя по всему, или Мосина, или что-то типа того. Короче говоря, оружие в начале игры крайне древнее. Я не знаю, ну, я не знаю, как открывать новые пушки, видимо, бесконечно играть в PvP, зарабатывать левел, прокачиваться, и потом в ангаре уже вам будут выдавать. Вначале вообще надо вступить во фракцию, выбрать себе внешность персонажа. Все они уроды, блядь, один хуже другого. Ну вот я ему въебал, но он не сдох почему-то. В пизду Шпагина, а у меня вот здесь нет второго пистолета. Да. Да, блядь. Нет, спасибо, дайте-ка мне. А, вот ты здесь вначале, да, выбираешь. Вот, сука, пиздец. Выбор твой подчеркнут какой-то рваной белой линией, которая даже не похожа на то... Это даже не похоже на то, что ты выбираешь между этими двумя вооружениями. То есть можно было как-то более явно обозначить, но решили обойтись вот этим. То есть уже два минуса, три минуса этой игры, да, это то, что, ну, ангарная сессионка, типа ангар, кнопка в бой, ура, ура, атака, я даже не знаю, ну, тут кланы вроде есть даже какие-то пачки, но
блять, по ходу режим боя все равно всегда один. То есть тупое мясо. Нет, нету такого, что собрать экспедицию. Вот именно, блядь, в игре на базе сталкера можно было сделать ПВЕ, но походу не сделали. Ну, собрать экспедицию реально и пойти обшарить какую-нибудь хуйню толпой. Даже без открытого мира это можно реализовывать. А там уж химеры, псевдогиганты, контролеры, изломы. Полный набор радостей. То есть, чтобы скучно не было, еще и монолитовцы боты. Это было бы хорошо, смотрелось гармонично и достойно, но этого нет. Как я вижу. Тут только вот ПВП. Блять, куда стреляешь? Ты... Он тоже не видит, куда стреляет, только поэтому я его завалил. Вообще, счет у меня 6-5. Ну, да, конечно же, я рак. Да, для человека, который играет в эту игру третий раз в жизни, в принципе, я считаю, что... Блять, это даже не аномалия, это место, где она была. По ходу пьесы. Абсолютно... Серая вот эта гамма, да, вот серая, темная, она не позволяет видеть вообще ни хера, что бесит. Почему я, играю в Counter-Strike, всегда вижу, где сидит какой-нибудь чувак? Когда, ну, когда я раньше играл. Когда я играю в Battlefield, я, в, ну, хотя бы, не знаю, в двух случаях из трех вижу врага нормально, да, если он не спрятался где-нибудь со снайперкой за дальними кустами. Здесь я, блядь, не вижу вообще нихуя. Потому что, блядь, в черном-черном, на черном-черном фоне, да, на этом темном-темном уровне бегают какие-то бомжи в водолазках. Ну, можно, конечно, придрочить свое зрение и станет видно. Вот я ему даже мозги вышиб. Абсолютно случайно стреляя в его сторону, да, тут. Ну, я же еще раз говорю, что когда стреляешь, абсолютно нихуя не видно. А тот педрило все там так же и сидит, походу. А, нет, вот он вышел. Пока я зашел... Ну, это тот же самый педрило, все правильно. Это тот педрило, который сидел до этого на балконе, потом стал сидеть за столом. Типичный пидорас, который просто, блядь, сидит... Который играет в эти игры сидя, блядь. Он вот посидел в одном месте, пошел в другое место, посидел. Я хуй его знает. Блядь, все вот эти шутаны, на самом деле, все игры, где можно посидеть и подождать, они, по-моему, куска говна не стоят. Потому что на, вот каждый вот этот кустодрот ебаный, он только портит всем игру, блядь, своим внеебаным присутствием. Ну, серьезно, блядь. Сам не играет, другим не дает, все. Тут кому-то пытаются в рот насрать, судя по всему, да, чё он? А, выебал его в рот, понятно. Я понял твой жест, чувак. Что ты имел в виду? Опять я вышел на то же самое место, блядь, а других мест тут и нету, походу. Ну, давайте я попробую рашнуть. Я бегу по перилам, как просто, я не знаю, Ксандр из трех иксов. Разрудежить аномалию. Я только в одной книжке из всей серии. Блять, а после того, как ты подошел к светящейся аномалии и ее разрядил, ты снова окажешься в черном коридоре и вообще нихуя не видишь, потому что зрение максимально моментально от темноты отвыкло. Еще один артефакт. Я даже не знаю, я куда-нибудь эти артефакты смогу продать вообще? Мне даже не пишут, какой артефакт я собрал, что, блядь, с ним делать. Есть у меня контейнер под этот артефакт, что такое, блядь. Максимально непонятная херня там происходит. Ничего не видно, ничего не понятно. Сурвариум. Вообще, Сурвариум начали делать тогда, когда уже появилась игра Stalker Online, которая была действительно, по-моему, в открытом мире, но с настолько уродской графикой, что играть в нее мало кто решился. Я даже ни одного человека не знаю, который бы в нее поиграл. Третий артефакт подряд я забираю. То есть, хорошо Сталкач смотрелся бы как в стиле Division, да, вот огромная территория, ты там ходишь, бродишь, что-то собираешь, лутаешь со своей пачкой, и вашей команде могут дать пиздюлей враги и все отобрать, весь хабар забрать. То есть, вот только в такой системе бы хорошо, блядь, смотрелся игра. Слушайте, я уже Сидоровичу могу эти артефакты за миллиард принести, можно я уйду с этого уровня теперь? Что мне еще тут делать? Онлайн в игре, честно говоря, почти никакой. Потому что очень долго надо сидеть в очереди, ждать, когда же вас кинет в бой. Вообще нахуй я его не увидел, естественно, с собой самой. Я не знаю, в чем тут секрет. Может быть, они гамму выкручивают как-то, блядь. Может, я хуй его поймешь. Я ничего не вижу, блядь, в этой игре. Это хуже, чем, блядь, реализм в War Thunder ночью, блядь. Серьезно. Настолько все здесь
Блять, в пизду. Давайте посмотрим на другую. Я, походу, никогда... Этот матч... Я, блядь, походу, ни разу не доиграл матча до конца. Я думаю, они бесконечные, блядь. Давайте, может, на другой уровень попадем. Ну, серьезно, уже мертвого заебало. Это настолько... блядь, настолько вялая перестрелка. В одной единственной, сука, сраной комнате мы постоянно встречаемся. И что, блядь? И что дальше? Че это нахуй за геймплей такой? Вот, смотрите, сколько идет поиск игрок против игрока. Уже 20 секунд, да? Вот, то есть... В Армате с ее там 10-тысячным онлайном я сижу в очереди, ну, секунд 15, наверное. В Красауте с его онлайном, который вообще миру неизвестен, но он дополнен ботами, да? Ну, там я вообще, честно говоря, в очереди не сижу, потому что там боты есть. Я даже не знаю, с чем сравнивать. Я ни в одной ММО-игре не сидел столько в очереди, сколько сижу в Сервариуме. Я не знаю вообще, на какие средства существует данный проект. Для меня это, блядь, загадка. Если в него никто не играет, откуда там деньги? Но мы видим, что тут продаются какие-то наборы для новичков. 47 часов еще будет продаваться. В бою вы доказали, что достойны звания выжившего. Всем поначалу трудно в нашем мире, поэтому мы собрали 3 уникальных стартовых набора. Торопитесь. Ваша скидка 70%. Нихуя тут распродажи. Ну, давайте в магазин. Ссылка будет открыта. А, ну, блядь, вы не увидите, сколько она стоит, к сожалению. Придется остановить записи, посмотреть. Ну что ж, посмотрел. На сайте я увидел, кроме какого-то оружейного набора, самого донного за 200 рублей, увидел следующие цены. Зачеркнутая сумма 2300, зачеркнутая сумма 1800, вместо них сумма 900 рублей и 800 рублей. И при этом пишут, что скидка сколько здесь пишут? 70%. У меня, блядь, не настолько уебанские с математикой. В принципе, у меня хуёво с математикой. Но мне кажется, что 70% это такая скидка, после которой должна оставаться треть от цены. Ну, в общем-то, да. В общем, нет. Подождите. 900 рублей плюс 900 это 1800. Плюс еще 900 это уже, извините, 2700. А там такой цены-то не было. 2300, 2400 максимальная цена набора. А значит, что тут еще и наебывают в наглую. Ну что ж, ну, не наебешь, не проживешь. Вот такой закон сурового мира. Я не понимаю, почему, блядь, в этой игре нет фонаря. Видимо, фонарь надо надыбать. Но мы видим, что это другая карта, да, и опять она, блядь, такая же темная, как просто... Я не знаю, это... Это мир, из которого высосали, блядь, дементоры всю радость. Потому что, ну, ни одного яркого цвета, ни одной яркой, сука, мазка кисти, ни одного яркого. Даже посмотрите, вот этот... Красный флаг, блядь, выглядит бледным куском говна. Почему все такое бледное? Единственное, что более-менее яркое, это трава. Она действительно зеленая. Есть даже ярко-зеленая. Боже, трава, травушка, блядь. Я как Газманов, блядь, в песне сейчас реально упаду куда-то там и ноздрями землю втяну. Я не знаю, зачем Газманов ноздрями, блядь, втягивает землю. Наверное, он перед этой песней ноздрями втягивал кокаин, блядь, когда писал такую хрень. Но здесь действительно трава меня радует. Это, блядь, впервые я вижу что-то сочное, зеленое и жизнерадостное. Но опять же, даже вот эти подсолнухи навевают какую-то депрессию, потому что они какие-то, вверх они какие-то странные, во-вторых, они... Ну, такого бледно-желтоватого цвета. Ну, плюс еще пасмурная погода. Вот это дерево интересное, это что? Ива, наверное, какая-нибудь. Я небольшой знаток ботаники, тем более украинской и чернобыльской ботаники, но мне кажется, таких деревьев в принципе не бывает. О, у чувака маска, как у меня, только у него дырка на носу, и нос немного из маски вылезает. То есть даже текстуру маски наебало нормально натянуть не осилили. Поэтому текстура лица пролезла через маску. Интересно, а если текстура волос через каску пролезет, хедшот будут засчитывать? Вообще непонятно, где враги, где не враги. Вы атаковали союзника, а чё ж над ним? А я просто промахнулся, поэтому в союзника попал. Так-то рядом враг там бегал. Я не могу подобрать, да, его оружие. У него оно с лазеркой, с лазерным прицелом. Но это условности игры, да. Вот ты, сука, не донатишь нам нихуя на пиздатый. О, и труп исчез, блеск. То есть, шутер, в котором нельзя с убитого подбирать оружие, это такая, блядь, борода, нахуй, каменного века, что просто пиздец. Даже, блядь, в Counter-Strike, в Armored War, блядь, ёпта, все, поехала крыша. Даже в Modern Warfare, в каком-нибудь Battlefield, да, где ты прокачиваешь пушки, открываешь новые, ты с убитого можешь подобрать оружие, и просто ты умрешь, и его тут же потеряешь. А если оно у тебя вкачано, да, то ты каждое начало раунда будешь начинать
с этой пушкой. Это достаточная стимуляция для того, чтобы прокачивать, считается там. А здесь нет, здесь ты просто не можешь подбирать оружие, ты его даже из него пострелять не можешь подобрать с пола, именно только прокачав. Видимо, у него пистолет был как у судьи Дреда, да, у которого индикатор отпечатков встроен в рукоятку. Если я, блядь, дотронусь, мне просто руку оторвет. Ну, очередная крыса ебаная сидит в доме. Блять, какая же эта игра крысятническая? Как в нее, блядь, играть противно? Это просто пиздец. Одно петушье играет, я серьезно. Гранаты причем нету. Нельзя подбежать и закинуть гранату в нему в дом. Может быть, гранату тоже надо прокачивать. Я хуй поймешь, как оно здесь играется, блядь. Но это полная хуйня. О. А это опять клиент. Клиент с лазерной указкой, да, прибежал, да, я узнаю его. Это, по-моему, у него пистолет-пулемет Каштан, наверное, да, или... Или что? Ну, похоже на наш... Как он называется? Показывали, короче, блядь, в передаче «Военная тайна», что у нас какой-то спецназ был вооружен этой хренью. Что она, дескать, лучше, чем УЗИ, но оказалась недостаточно хороша. По-моему, Каштан назывался, я могу путать, конечно. Так, где-то здесь крысилась эта паскуда. Но теперь ее здесь нет. Ну, команд... Ну, рассчитано, да, на командную игру, что, типа, блядь, будут из фланга ваши товарищи прикрывать, еще откуда-то. Но пока что единственная командная игра, которую я видел, где по-настоящему даже в рандоме команда играет как более-менее команда, это Rainbow Six. Тут надо отдать должное. Здесь творится какая-то просто вакханалия. Ну, блядь, просто обычная массовая драка в колхозе, блядь. Толпа на толпу, все бегают, блядь. Кого увидел, того и пизданул, блядь. Никого не увидел, значит, ну никого. Значит, тебя пизданул, скорее всего. Вот и все, что здесь происходит. И при этом, блядь, на то, что это от разработчиков сталкера, да, и то, что это, ну, сталкера-заменитель, вам указывает только физика, бледные тона, устаревшая графика, блядь, и то, что здесь иногда светятся какие-то аномалии, которые вообще непонятно на какой хуй нужны. Вот и все. Вот такой замечательный сервариум. Кто-то спрашивал недавно, буду ли я писать сервариум, и что мне понравилось, вопрос номер два, жду ли я патч. Конечно, блядь, не жду я патч, нахер он мне нужен. Я не понимаю, вот я кому-то вышиб мозги, и меня тут же замесили толпой. Ну да, у него превосходство в огневой мощи, у него, блядь, хуй поймешь, что за автомат, но с коллиматорным прицелом. В отличие от моей, блядь, берданки Второй мировой войны, с которой вообще чудо, что куда-то попадаю. Мне кажется, что здесь хорошо... Я опять кого-то убил и сдох. Здесь хорошо играть снайпером, мне кажется. Желательно с каким-нибудь тепловизором. Ну, сидит, смотрит... А, вот у него какой-то артефакт. Я не знаю, куда он его дел. Может, в жопу себе засунул. Это кто такой? Горбачев молодой, что ли? А, это... Третьяк молодой, скорее, не знаю. Когда выбираешь фракцию, вначале тебе дают выбор. Вот эта фракция носит тяжелую броню, вот эта фракция делает еще что-то, а вот эта фракция может использовать артефакты. То есть, если я все правильно понял, артефакты здесь может юзать только одна группировка. Тогда это вообще пиздец. Тогда у меня просто слов нет. Вот они гранату бросили. У них гренки есть, у нас нету. Попытаюсь съебаться из этого проклятого места. Ну, единственное, что декорации, вот на дальнем фоне действительно наши церквушки, блядь, наши избушки, наша шаха ободранная, блядь, вот это, о, водитель шахи, видимо, в спортивках. Вот это, на этом, собственно, походу все плюсы игры и закончились. Сам движок не модный, сам геймплей не модный, очень все не модно, очень все отстало от жизни. Эта игра, мне кажется, в нее играют в основном те, у кого компьютер больше вообще нихуя не тянет. Требования, мне кажется, у игры у этой должны быть... Ну опять же, если у меня писало, что процессор загружен, я хуй знает, кто... Как тогда на слабом железе тут люди играют? Ну, на слабой видеокарте, скажем так, скорее всего, тут играют. У кого вот гигабайт оператива в видяхе, ну, у того и выбор, собственно, World of Tanks да Survivor. Ну, что это такое? Вот, блядь, я могу даже на нее жопой сесть, я не знаю, что это. Ничего не происходит. Для тех, кто скажет, что опять пишет видео, нихуя не разобравшись в игре, так, блядь, в каждой такой игре надо полгода разбираться, чтобы все понять. И не в каждой интересно разбираться, хочу заметить. Иногда делать этого просто не хочется. Я уже говорил в видосе про Армату, что игра должна цеплять с первого взгляда. Должна сразу нравиться, блядь, чтобы я в нее играл.
Ну, пока тут происходит вот такая хуета, блядь, что просто ты бежишь, ничего вокруг не видно. Шансов захватить... Шансов на любовь с первого взгляда, скажем так, у игры маловато. Кипарис. Откуда в Украине... А, ну, в принципе... Ну, я в Сочи знаю, кипарисы есть. Они где-то в жарких краях растут. Опять это тело с крутым автоматом и гранатами. Опять оно полегло. Видимо, не слишком-то ему это все помогает. Против ППШ. В экзоскелетах никого нету. Видимо, тут какой-то баланс по левелу, я не знаю. Откуда-то отсюда стреляли. Или это сюда стреляли. Ну, карта большая, конечно. Вот надо отдать должное, что карта большая. Но, блядь, в ней мы играем сколько? 6 на 6. На такой огромной карте в батле, блядь, можно играть 30 на 30. И тогда будет действительно замес и война. Вот, вот просто одного не могу понять. Кто играет в Survivor, когда существует такая игра, как, блядь, Battlefield 4. Ёб твою мать. Серьезно. Где можно в танк сесть, в вертолет, блядь. Где оружие... На оружие не надо донатить. Оно... Там есть прокачка, блядь, этого самого оружия. Для любителей. Для любителей РПГшек всяких. То есть там есть все, что нужно людям для счастья. Блять, отдача у пистолета отсутствует. Вот этим мне и нравится. Этот ТТшник, да, походу? Я впервые вижу, чтобы пистолет... Нет, да, это ТТха, походу. Я впервые вижу, чтобы пистолет... Чтобы пистолет во время выстрела не подбрасывал ствол. И у него точно так же. Пистолет практически, блять, намертво в руке. Может, они... Ну, не, это профессиональный военный, но тогда почему, блядь, автомат при одиночном выстреле взлетает? Интересно. С прикладом, тем более, автомат, блядь, при выстреле взлетает, а пистолет как будто, блядь, из воздушки выстрелил. Да, блядь. В этот прицел, скорее, нихуя не видно больше. Не видно больше, чем видно. А вот у этого чувака, который умер стоя сейчас и схватился за сердце. Ну, прихватило, наверное. У него, кстати, пламя-гаситель есть. Видимо, здесь просто классно реализовано пламя-гашение. Видимо, первое, что здесь надо вкачивать, это всякие глушители и пламя-гасители, чтобы хотя бы видеть, куда ты стреляешь. Вот в очередной раз мне попался какой-то инопланетный артефакт, блядь. Я его собираю. Ничего, ни одной надписи на экране не появилось. Там, поздравляем, вы нашли артефакт клитор старой бабки или что-нибудь такое. Нихуя, просто ты собрал, блядь, его и дальше пошел. Отлично. А, причем непонятно, выпадет он у тебя из кармана, когда тебя нахлобучит или не выпадет, не знаю. Здесь можно открывать только консоль. Консоль, мансоль, блядь, и таблицу. Инвентаря здесь нету, чтобы в бою, блядь, прямо... Чтобы прямо в бою персонаж снял рюкзак и в нем порылся, этого здесь нет. Самая печаль, что даже на F1 тут никаких подсказок не появляется. Вот в танках в любых вы F1 нажимаете, вам там выпадает такая менюшка, где пишут, что есть что. Хоть что-то объясняется. По поводу обучения в этой игре, ну... Там в ангаре или в гараже, скажем так, вываливается картинка, на ней нарисован какой-то бывалый сталкер. Он вам выдает 4 предложения текстом, и на этом обучение закончено, как я понимаю. Дальнейшее обучение, блядь, на ютубе, видимо, надо проходить от местных задротов. И то, чего они тут гайдят? Чего тут можно, блядь, как стрелять учишь, что ли? Вот смотрите, сзади чувак нас просто... А, ваншот прикладом! Я видел ваншоты ножом. Я даже догадываюсь, как они работают, ваншоты ножом. Но ваншот ударом приклада, блядь, вы ёбнулись. Реализм, блядь, да? Хардкор, нахуй. Ваншот прикладом по спине, блядь. Боже мой. Да. Изба какая-то покосившаяся. Физики, естественно, нету. Тут нечего разбивать, вообще ничего не ломается. Не поджигается. Вот даже, смотрите, пасечный домик. Тюк-тюк, блядь, он как будто каменный. Ну, хоть дырки от пуль появляются, спасибо. Наверное, улей, блядь, на совесть сделан. Даже удар метеорита по крыше, наверное, выдержит. Так, наших снова оттеснили, значит, есть шанс подойти с тыла. Но... Опять в этой графике ничего не видно. Нет, нет шанса подойти с тыла. Все в траве, все не в траве. Ну,
здесь нету такой фишки, как раньше в контре было, когда двойными выстрелами ты рано или поздно делал внезапный хедшот. Блять, пока прицелишься из этих пистолетов, шмистолетов. Интересно, есть ли здесь какой-то баланс? Почему я играю против людей, у которых пушки, блядь, намного лучше моих? С прицелами, со всей... Если я, блядь, вообще первого левела, тут может быть второго. Мне кажется, я должен играть с такими же динарями, как и я. Но нет. Я играю уже с матерыми сталкерами, у которых... Прям вообще, блядь. Уже как минимум есть нормальный прицел и нормальные пламегасители. Блядь, вот посмотрите, никто не собирает эти артефакты, кроме меня. Все просто бегают мимо них. А между тем, все, кто играл в сталкер, подтвердят, что артефакт это самое дорогое, что можно было найти вообще. Аномалия, блядь. Я стою в аномалии и медленно-медленно теряю здоровье. Вот и вся аномалия. Вот для чего я собираю эти артефакты? Ну, то есть, сбор артефактов это основной цель и смысл существования аномальной зоны был, да, по сюжету, что в книгах писали, что в игре там, типа, ну, каждый, блядь, военный в отставке, там, у которого пенсия маленькая и там, блядь, жизнь вообще не сложилась, он удалялся в зону искать свое счастье. То есть, суть была в том, что артефакты в зоне очень-очень дорого стоят, поэтому люди шли туда в поисках материальных благополучий. Блять, по-моему, ему в башку, да, хедшот. Но он умер, схватившись за аппендицит, по-моему. С чем он тут был? С Мосином. Вот, а здесь артефакты собирать это вообще не цель. Это мало того, что не цель, они нахуй никому не нужны, как я вижу. Никто за ними не бегает, потому что, видимо, еще в игре не придумали даже для чего они нужны. Какая-то одна единственная фракция их может юзать и все. То есть, нету такого, что набрал артефактов, побежал, продал их, потратил деньги. В баре 100 рентген. Ничего подобного, походу, здесь нет. Здесь артефакты просто есть, чтобы... Ну, потому что... Здесь артефакты есть, потому что это на... от разработчиков Сталкер. То есть, и рассчитывали, что в нее пойдут играть любители Сталкера. Но я не знаю. В нее играют, по-моему, только те, у кого вместо компьютера калькулятор и какой-то, не знаю. А то и счеты бабы Маши, блядь, из бухгалтерии. Ну, серьезно. Вы, если игрок сервариума, вы не бомбите, вы в комментах напишите, нахрена вот здесь вот эти артефакты нужны, блядь, когда завезут физику выстрела из пистолета хоть какую-то. Блядь, что это такое? Пиздец, вообще полный. Мне кажется, пистолет здесь оружие снайпера. Он умер, хоть не умер. Блядь, очень густая растительность тут повсюду, ничего не видно. А, и это был вылет. Вылет из игры ознаменовал поражение. Мне дали черную куртку. Обыскать тайник. Купить. Ну давайте, что купить? Что вы не продаете? Карта схрона, блядь. Давай одна. 100 монет. Я так подозреваю, что это донатные монеты, да? Сейчас откроется. Оплатить с Яндекс кошелька, наверное, да? Обыскать тайник. Серебряные монетки. Ну, понятно, блядь. То есть, золотые монетки это донат, а серебряные монетки это валюта зоны. Найдено что? Ускоритель серебр. Да. Пушку-то реально найти? Что это? Детали. Мы ваши детали на болту видали. Кожаная безрукавка. Блядь, она нарисована вообще-то она с рукавами. Да хули я, блядь, что я спрашиваю? Безрукавка с рукавами, это говорит уже о многом, о том, что, ну, даже безрукавку без рукавов рисовать лень, скорее всего, это одна и та же куртка, здесь по-разному называется. На самом деле, о ленивости разработчиков говорит уже хотя бы то, что купить. Чё купить-то, блядь, ничего я не буду покупать. Все золотом надо оплачивать. Золото у меня ноль, ну, понятно. То есть, а за серебро я вообще чё могу купить-то? Умения. Знание мира, блядь, физически. Стайер. Максимальная величина энергии. Я не знаю, стайер, стрелковая, быстрая реакция, боевая стойка, скорость передвижения в прицеливании плюс один. Заебись. Быстрая реакция, давай, подтвердить. Гашение отдачи, ровный выдох, терминатор. Вы можете взять в бой два основных оружия. Это последний перк. Если бы стрелять можно было одновременно из двух оружий, было бы круче. Экипировка. Магазин. Вот он, магазин. А, вот они, фракции меняются.
Все одеты как бомжи, ободранные, потому что это фракция первого левела. То есть, и что, ефрейтор? А, это надо звание получить, и только потом тебе будут это все продавать. Ну, либо сразу донатить. Ага, замечательно. То есть, ограничивать игру не только деньгами, но еще и опытом. Это феноменально. Полковник. Когда выбираешь фракцию, тебе, как правило, показывают топовое обмундирование. Вот так выглядит полковник из фракции Серп и Звезда, блять. Тут не написано, кто они такие. Ваша группировка, даже названия нет. Ваша группировка, просто ваша группировка. Следующие какие-то, блядь, я не знаю, семиты, походу, по вот этому иероглифу. Они одеты в шкуру, блядь, льва и шле... и противогаз со стеклом, и то треснувший. Странный видок, но пушка у него, походу, просто бластер. Стреляет она, наверное, знатно. Это бандосы, наверное, судя по кожаной безрукавке, да? И вот так они выглядят. Ну да, типичные бандиты из толкача. Слишком круто, слишком круто для них. А вот это, судя по всему, главные абсосы. Потому что если вот так выглядит топовая экипировка, значит играть за эту фракцию смысла вообще нет никакого. А, если бы эта игра была на базе сталкера, я уверен, что мы бы выбирали среди группировок долг, свобода, блять, монолит какой-нибудь. А здесь просто какие-то бомжи, вояки, блять, какие-то хуи и еще что-то. Клан. Клана у меня нет, и слава богу, награды, ну, неинтересно. Вот, смотрите, короче, настройка звука. Есть общий, есть интерфейс. А интерфейс, это, как я понимаю, звуки нажатия на кнопочки, на всякие. Давайте я выкручу интерфейс. Вы слышите какой-нибудь звук? Я нет. Музыка и громкость речи. А где, блядь, громкость выстрелов, я стесняюсь спросить. Интерфейс абсолютно беззвучен. Вот я его выкрутил, звука нет. Нету звука, блядь. Но, видимо, имелось в виду, что интерфейс это и есть, наверное, выстрелы. Винчестер. ППШ 41-го года. Да, я так и понял, что это первый ППШ-андер. Урон. Ну, давай винчестер возьмем. Я не знаю, где его надыбал. Как прокачивать эту пушку? А, это фракционное оружие, смотрите. В мастерскую. Давай в мастерскую. Заблокировано. Блядь, тут все заблокировано. Ничего не сделать. Успех плюс 50%. И что? Урон... Эффективная дальность, бронебойность. Но я в броне пока никого не встречал. Давай эффективную дальность. Успех 50%. Блять, успех модернизации. Это, знаете, как заточка оружия в Lineage. Видимо, если не успешно, то оно просто сломается. 100% успех модификации оружия только за донат. За серебро и детали, которые я добываю в бою, да? Потому что, ну, золото, очевидно, надо на работе добывать, блядь, для этой игры. А внутриигровая добыча это монеты и шестеренки, и при этом крафт успешен только на 50%. Ну, давай. К сожалению, вам не удалось улучшить предмет. Ну, хотя бы он не сломался, спасибо. Ой, блядь, ребята, ёб твою мать. Блядь, вам не удалось улучшить предмет. Ну, заебись. Да, винчестер, видимо, оружие бога. Ну, давайте в бою посмотрим винчестер, да и будем, наверное, заканчивать. Я даже, блядь, запись остановлю, потому что сейчас опять 2 минуты будет искать бой. Ну, блин, почему мой солдат одет как советский какой-то воин-освободитель с этой бляхой? У меня такой ремень в детстве был, вот этот солдатский, я не помню откуда, с желтой пряжкой. Он мне дико нравился, но к тому моменту, когда моя талия доросла до его размеров, он уже где-то проебался. Но вообще у него другой ремень. А, нет, серп, молот в центре, все. Ну, солдатский стандартный. Может, это Папкин из армии был, но я даже не помню. Но был. Так, ну все, понятно. Поиск можно успеть посрать, сходить, блядь, и газету там прочитать от корки до корки. Такой вот тут онлайн. Так, ну вот, все-таки чудо совершилось, и мне подыскали бой. А, в бою мы играем опять 6 на 6. Здесь что, движок игры больше, чем 6 на 6 режим не поддерживает? Просто даже в Counter-Strike даже 15 на 15. Да, ну видно, да, вот это прицеливание, когда перед глазами, блядь, у главного героя почему-то оказывается большой палец правой руки. И вообще руки закрывают, блядь, серьезную часть экрана. Это, конечно, да, это сталкач, узнаю его. Я помню, что в сталкаче даже пистолет от квадратный какой-то, с него целишься, и видно, что он квадратный, просто квадратище. Абсолютно не лишенный каких-то плавных форм. Дигл, по-моему, что ли.
Да, винчестер оружия бога. С такой убогой перезарядкой это просто пиздец. Меня убил какой-то, блядь, Дэйв Батишта похудевший. Да, походу пистолет это единственный годный ствол. Вот здесь освещение хорошо сделано, реалистично. Нихуя, блядь, пиздец. А вы говорите, я херово играю. Он меня не смог расстрелять в упор. Здесь по-прежнему ничего не видно, но уже ощущение такое, что я где-то по лесу гуляю. Ай, блядь, но я успел его ранить. Я успел его опасно ранить. Видите, почему он не попадает? Потому что у него тоже, блядь, пламя в глаза летит. Ничего не видно. Нет, игра, конечно, задумка может быть хороша. Только до конца она не додумана. Плюс абсолютно все здесь устарело. Это, конечно, самый, наверное, такой минус. Господи. Ну, то есть, эту... И, блядь, я охуел. Это что, враг прибежал сюда уже? То есть, все здесь надо было делать, конечно, уже по-другому. Потому что сейчас это просто лютый 2008 год, наверное. Когда Зов Припяти вышел? 2007-2008, по-моему, да? Что-то примерно в тех годах. Может, 2009, блядь, максимум больше я не дам. И вот все здесь как-то в развитии остановилось на то время. Тут дело-то даже не в графике, понимаете? Хотя, конечно, она стрёмная. Но она стрёмная, но все равно приятно, что все здесь похоже на нашу. На нашу реальность. Когда приходишь на какой-нибудь заброшенный завод или какую-нибудь недостройку ссаную, она вот именно так и выглядит зачастую. Только окна не заколочены. Видите, КамАЗик стоит. Все это классно смотрится. На все это я смотреть, в принципе, готов. Но, к сожалению, все какое-то здесь слишком деревянное. Ну, физика персонажа, все. Вот это все не очень. Окружающий мир хорош, но геймплей в этом окружающем мире... Вот именно, что геймплей меня совершенно не устраивает. То есть здесь нечего делать. Это как будто Counter-Strike с элементом развития. Но при этом... Механика полностью отстала. Борис из Вымпела меня убил. Ну скажите мне, что это не бот, господи. Борис из Вымпела. Это единственный чувак, у которого ник... А, нет, он мертвец еще у нас. Борис из Вымпела, блядь, классный ник вообще. Пожалуй, я этот ник застолблю себе в следующей игре, когда буду в нее играть. Назовусь Борис из Вымпела. Вымпел, причем это, походу, имеется в виду спецназ КГБ, да? А, спецназ ГРУ Вымпел. Короче, Вымпел крутой спецназ, наверное, это... Не наверное, а крутой спецназ, и, видимо, Бориска приписал себя к их подразделению. Ну, в общем, больше мне сказать и показать нечего. Потому что, ну, чтобы... Я не знаю, сколько здесь надо задротствовать, чтобы открыть хотя бы задрипанный калаш. Это у меня сообщение пиликнуло, извиняюсь премного. Ай, ежи, я извиняюсь со всех сил, и вообще, блядь, простите меня. Непонятно, откуда меня стреляют. Вот, то есть я вообще удивлен, что развитие в этой игре начинается не с калаша, да, как, ну, самый классический автомат зоны, с толкача, обычный калаш, тем более, скорее всего, укороченный какой-нибудь, затраханный, заедающий. Что-то вроде этого. С этого, мне кажется, с этого ствола должна начинаться игра на базе сталкера, но она начинается с ППШ, блядь. Это какой год в игре, интересно? Где сейчас вообще можно найти рабочий ППШ, блядь? Сука, так и не убил. По-моему, вот именно на этой карте я играл год назад. По-моему, это было 3 хедшота минимум. Да, 2 их убил из ствола, из пистолетика. Хе-хе. Сейчас они разозлятся, залезут. Дадут мне пиздюлей. Мои пули придали ему ускорение. Он забежал в дом. Ну, все-таки видите, что когда уровень хоть чуть-чуть посветлее, бомжи в черных водолазках более заметны. Замочили.
уже есть хоть какой-то смысл посидеть в засаде. И не то, чтобы я сидел вот в этой крысиной засаде, которых я все время хуесошу. Я сижу вполне на честном, выгодном месте, на балконе. Вот просто запомни, они вдвоем мстить пришли, петушки. Опять этот с панком, блядь, пидоралистический. Еще и один другого завалил за то, что он не дал отомстить, видимо. Вот, вот, вот такие, ну, завладел высотой, имеешь право там посидеть. Это нормально. А когда ты просто сидишь за углом в каком-нибудь тупорылом месте, вот это говнище. То есть, если они будут сидеть на балконе, я вообще не против. Кстати, это похоже на выжигатель мозгов. Я думаю, изо всех сил здесь пытались повторить выжигатель мозгов. По большому счету, похоже. Ну, блядь, где хедшот? В жопе хедшот. Короче, ладно. Но, что я хочу сказать, что, в принципе, в эту игру я бы с какими-нибудь корешами поиграл, наверное, хотя бы вечерок, может быть, два. В отличие от Overwatch'а, который совсем, по-моему, дикое говнище для шкальцов. Кто бы там что ни говорил. Почему-то каждый, кто пишет коммент, считает себя каким-то непререкаемым, ебать, копать авторитетом в мире игр. Мне особенно нравится... Комменты типа, блять, я в World of Tanks играю раз в неделю, а в Армату не играю вообще, вывод Арматы говно. Да кто ты, блять, такой-то, ебать, кто тебя знает вообще в этом мире, блять, кого ебет, во что ты там играешь. Да, на нахуй, пизданули. Ну, короче, пишите, что вы думаете по поводу этой игры. Может быть даже, да я не знаю, как ее стримить, ОБС ее вообще что-то, ни хрена ее не хавает, по-моему. Да, какой там год на дворе, 16-й, точно. Боже, чувак. Ладно, все. Адьо, амигос.